видеошару. Сейчас я встретила Андрея, потом мы встретим возле гольф-клуба Даню и Андрея еще одного. Надо будет между ними желание загадать. Я надеюсь, что мы туда пройдем, и все получится хорошо. Ибо у нас только два билета, но нас четверо. Надеюсь, мы как-то пройдем и увидим многих блогеров. Ехать нам туда 54 минуты, плюс 10 минут ждать автобус. Так что, надеюсь, мы успеем, и Даня не будет нас ждать. Мы дошли уже до гольф-центра, он где-то там. Во-первых, мы ехали сюда не час, а полтора, ибо я немного ошибся. Чуть-чуть, в метро. Совсем. Да, совсем чуть-чуть. На 10 остановок. Да, этот. Но мы все-таки сюда доехали. Даня уже говорит, что получил билет. Андрея еще кого-то там нету. И надеюсь, мы пройдем. Но Даня вроде бы прошел. Самое страшное будет, что есть тут популярные блогеры, и какого-то его не заметить и не сфоткаться, а потом через месяц понять, что он классный блогер. И сейчас Даня уже идет, и мы скоро тоже пойдем уже. Пойдем уже на первую конференцию, или как там называть их. Андрей, Дима и Денис, да, остались там пока что. Играют в Xbox, мы сейчас посидим, послушаем. Там Марьяна должна быть и другие блогеры. Мне интересно Марьяну увидеть. Конференции первой. Длилась она полчаса. В принципе, там довольно интересно, но их еще будет очень много, и в большинстве случаев там будут просто разговоры. Я сейчас жду, пока подойдут топовые блогеры, там Марьяна, ну и все, короче, там и т.д. И в принципе, мне здесь реально нравится. Шикарно вообще. И с бейджиками классно. Мы здесь уже реально долго, и куча блогеров с нами сфотографировалась. Все было классно. Там и даже есть... с нами, а ты с ними. Они с нами. Там даже есть кабиночки, в которых можно оставить телефон заряжаться бесплатно. Сейчас он заряжается мой. Анастасия Шпагина пока ни с кем не фотографируется. Мне надо будет взять ее автограф для подруги и приветствия. Сейчас мы где-то поищем Влада А4, мы его видели, но он фоткаться не хотел. Было бы неплохо, если бы еще Эльдар здесь был, но меня тут в этом случае сомнения давят. В общем, тут всю стену подписи просто зарисовали так сильно, начиная с таких рисунков. В общем, пока я гулял, я нашел печенье с предсказанием. Я вот хочу узнать, что сейчас. Наверное, что-то про YouTube. Этим летом... Этим летом PewDiePie подписан. Пока мы решали, фоткаться или нет, мы позвали Эрика, сфоткались с ним. Андрей, тебе фотка нравится? Ну, нормально. Пойдет. Андрей, ты такой красный. Встретил я Яну и Марьяну. С Яном я сфоткался легко, а Марьяна, от нее меня охранник отбил. Потом я через 20 минут выхожу там на главную площадку, и только там я могу с ней сфоткаться, ибо все сфотались, а я не успеваю. Меня берет охранник и со всей дури отталкивает. Я такой не понимаю, что происходит. Еще ее подпись реально похожа на мороженое. И сейчас будет главная конференция, уже там Марьяна, Шпагина будут. Кстати, Шпагина вообще ни с кем не говорит, не фоткается.
не дает автограф, это же странно. Закончилось главное выступление, там было куча классных блогеров, и в конце Ян сказал такую вот правду. Иногда я снимаю видео, и они реально неискренние. И я их чаще всего не выставляю, там единый блог есть, но я не буду говорить какой. Этот. Возможно, в комментариях напишу, если кому-то интересно. И я хочу снимать искренние блоги, поэтому я часто не буду выставлять видео, чем буду снимать. И возможно, они будут раз в неделю или раз в две, но что хорошо. Это все. Сейчас мы уже поедем домой. Я хочу подвести итог, когда мы уже будем дома, ну или после дома. Все, я сейчас дохожу домой. И в целом мне реально очень сильно понравилось. Ибо, во-первых, лекции очень интересные были. И я многое вынес с этих лекций. Второе, то, что я увиделся с многими блогерами. И я до этого ни разу в жизни не виделся с топовыми блогерами. Реально ни разу. Третье, там реально было шикарно. Знаете, пообщаться даже немного смог. Получить авторфы и все такое. Я даже не знаю, что на видео жре делать, потому что большинство, кого я хотел встретить, я уже встретил. Даже за Рейна Дида. Но я его не сильно хотел встретить, но он реально редкий. Странно его было увидеть. А сейчас я уже иду домой. В целом мне понравилось. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.